Датская кухня закрыта. Но не надо расстраиваться. Смотрите в новом сезоне все жертвы адской кухни в новом шоу. Адский туалет. Занято! Занято! От создателей адской кухни и адского туалета новое реалити-шоу. Вы все здесь маминкины сынки. Вы все сосунки. Вам никто здесь дупу подтирать не будет. У вас у всех еще молоко на губах, сука, не обсохло. Вы все тут обосплись. Смотрите в новом сезоне. Адские детсад. От создателей адской кухни, адского туалета и адского детсада. Совершенно новое реалити-шоу. Шоу, от которого в жилах стынет кровь. Адская хирургия. 6 молодых талантливых хирургов пришли сюда повысить квалификацию. Их будет учить безжалостный, но справедливый шеф. Что? Думали, избавились от шефа? Да, шеф! Что? Да, шеф! Хрен вам! Да, шеф! Вы все здесь, сука, курицы! Да, шеф! Сука! Сука, шеф! Кто, сука? Шеф! Кто здесь шеф? Шеф, шеф! У вас у всех руки растут и шефы! Да, шеф! Когда вы давали клятву, Гиппократ переворачивался в гробу! Да, шеф! Вы забыли, что мы в прямом эфире? Кстати, где эфир? Дайте мне эфир! Дайте мне срочно! Да, шеф! Да, шеф! Иногда они будут ошибаться. Что ты отрезал? Сказали, то и отрезал. Аппендицит на 20 сантиметров выше и левее. Выбрось эту гадость в корзину. Да. Мне надо пошел! Сюда, сюда! Придурки! Имбецилы! Даже поиграть не с кем! Да, шеф! Ладно. А ты красавчик. Но будут и удачи. Что ты пришил? Что отрезали, то и пришил. Ну? Что это за дворники? Что это за мачта? Что это за гирлянда, а? Вот это что? Ну, это красиво, шеф. Ну? Имбецилы! Придурки. О! Оценивать строгое жюри. Ну что, сегодня мы готовим, то есть оперируем сразу два блюда, то есть больных. Я покажу тебе, как нужно оперировать. Короче, поехали. В общем, для начала делаем совершенно небольшой надрез. Длина надреза зависит от того, чем ты впоследствии собираешься фаршировать блюдо, то есть больного. Но мы не забываем про витамины. Витамины очень важны. Вот здесь у нас все замечательно, здесь у нас все готовится. Смотрим. Так, что у нас здесь? Слушай, здесь красота прям вообще. Слушай, здесь блюдо, то есть больное, приготовлено, то есть прооперирован очень хорошо, цвет ровный, мясо очень нежное, но я бы добавила еще немножечко уксуса, то есть физраствор. Тихонечко, просто все должно хорошо пропитаться, понимаешь? И, конечно же, украсила бы базиликом, своим любимым, каким базиликом, господи, бальзамом для заживления, для быстрого заживления ран. Вот теперь, хорошо, возвращаемся сюда. Нормально, еще немножечко идет кровь, это важно. Смотри, берем буквально щепоточку соли, аккуратно сыпем на ранку. Вот видишь, в данном случае больной еще реагирует, это значит, что блюдо готово не до конца. Мы еще немножечко досыпаем перчика и даем буквально несколько секунд потомиться. Ждем. Вот, блюдо готово. Прошу к столу.
А еще, послушай, хочу тебе представить свою новую книгу. Оперируем дома, раз-два и готово. 101 рецепт разборчивым почерком. Смотрите на канале 3+3. Адская хирургия. От создателей адской кухни, адского туалета и адского детсада. Для тех, кто пережил адскую хирургию. Самое страшное реалити-шоу. Адская теща. Я вас всех плохо вижу. Да, мама! Но я вижу, что вы здесь все Да, мама! Вы все недостойны мизинцев моих дочерей. Да, мама! Потому что у вас не только руки растут из жопы. Да, мама! У вас даже жопа растет из жопы. Да, мама! Тогда у меня наконец будут внуки. Да, мама! Я вам сейчас покажу, как надо делать детей. Нет, мама! От создателей адской кухни, адского туалета, адского детсада, адской хирургии и адской тещи. Самое адское реалити-шоу в истории телевидения. Адский ад. Скоро. Вечерний Кирилл.